Крутые лесные спуски, подъемы, трамплины. Любые препятствия под силу юным велосипедистам. Недавно воспитанники спортшколы по маунтинбайку вернулись с новой наградой. Последние в этом году у нас были соревнования в Истре. У нас 2 победителя, 3 призера этих соревнований. Было чемпионат и первенство Московской области в городе Истра. Тренируются ребята 5 раз в неделю по несколько часов. Заезды проходят в лесу или Одинцовских парках. Никита занимается уже 5 лет и считает, что для этого вида спорта нужен твердый характер. Можно начинать даже с обычного велосипеда и кататься по лесу, получать от этого удовольствие. Самое главное в спорте – это не то там победы всякие, там заслуги, а то, что самому надо нравиться, чтобы это нравилось тебе. Потому что если кататься просто так и себя заставлять, то от этого не будет результата. Шлем, перчатки, специальная обувь, экипировка для безопасности обязательно. Разминка и слова напутствия перед заездом также являются важным этапом тренировочного процесса, говорит тренер. Напутствие и мотивация. У нас поколение идет победителей, поэтому ребята друг за другом тянутся, равняются и стараются, чтобы, тоже показать хорошие результаты. Общая физическая подготовка – основа любого вида спорта. Для велосипедиста важно не только быстро крутить педали, но и обладать выносливостью, ведь зачастую трасса достаточно крутая. После тренировок мы можем минут 30 делать ОФП, зимой ходим в спортивный зал и занимаемся там. Воспитанники Барвихинской школы мечтают стать профессиональными спортсменами и представлять страну на Олимпийских играх. Пожелаем ребятам успехов и дальнейших побед. Екатерина Крамер, Дмитрий Гаврилин, телекомпания «Одинцова».